Ну що ж, перший гість вже завітала до нас наша подруга, наша художниця Миколаївська Світлана Чебанова. Доброго раночку, дякую, що в понеділок знайшли час для того, щоб завітати до нас. Зранку прямий ефір, Барсік тут, він нікуди не пішов. Разом зі мною зараз буде спілкуватися зі Світланою. Перш ніж почнемо по темі вести розмову, чи є кішечка вдома? Тому що сьогодні Всесвітній день кішок. Ні, так не вийшло мати вдома. Котика у нас когда-то в деревне было парочку с забавными именами. Пятнашка и Лампочка. Ух ты, оригинальные такие. Ну, как-то да, такое. А не плануете зараз завести себе хатнего друга? Нет, пока девятый этаж, это очень... Большой вопрос, имеет ли смысл животиночку мучить, так же, как и себя. Ну, добре. Ну що ж, ми тепер переходимо до нашої теми. Зараз я скажу декілька слів про вірменського поета та письменника Ованеса Томаняна. Він ще був громадський діяч, і найбільше йому вдавалося писати балади і казки, наприклад, «Капля меду». Всі його основи лежать вірменський фольклор. І ви, Світлана, маєте до цього безпосередньо таки приклали свою руку, і свою душу. Про що йде мова? Зараз ми пояснимо. Світлана є і художником-ілюстратором, так, до його збірки, яку наша містянка Наталія Вікторівна, так, Іванова під псевдонімом переклала, да, на українську мову його твори. Світлана, розкажіть, як ви потрапили в цю історію, як все розпочалося? Нам дуже цікаво знати, тому що, от, я наскільки знаю, автори або той, хто перекладає, вони дуже ретельно відшукують того, хто буде ілюстратором. Тому що це от 50% кажуть успіху книжки, от за допомогою ілюстрацій, картин, перенести атмосферу того, що хотів сказати автор. Як ви почали малювати? Ну, я і не знаю, наскільки, як тщательно мене Наталія іскала, і я знаю, що їй хтось порекомендував, я можу сказати зі своєї сторони. Стороны какой, но какой это был странный случай, потому что на 98% в моем решении взяться за этот материал была действительно воля случая. Так получилось, что я имела неосторожность нечаянно заказать посылку новой почты не на свой обычный там номер отделения, а перепутать буквально две цифры. Этого оказалось достаточно, чтобы поехать за большой, огромной посылкой тяжелой на Октябрьский перегон. То есть вообще я там не бываю часто, а там рядом совсем находится Ставрий, армянская церковь. Очень красивая, да. Совсем новая, и такая она особенная. И я подумала, что это хороший повод воспользоваться этим случаем, так как я не часто здесь бываю, почему бы мне не посетить эту церковь. И мне там понравилось очень, и как-то так вот было как-то так особенно, и хорошая атмосфера, и мне вот было интересно смотреть на все это, и как-то заинтересовало. И буквально на следующий день, после того, как я там побывала, ко мне обратилась Наталья, мы не были знакомы до этого, мы познакомились, она дала тексты почитать, и я была крайне удивлена, что это... такие армянский автор. И как человек, который внимательно смотрит на дорогу и ведет автомобиль, и различает эти дорожные знаки в пути для того, чтобы правильно ехать, то ты понимаешь по судьбе, что есть такие же знаки. Абсолютно. Это 100% знаки. Такой вот случай, казалось бы, который, ну, ввел меня немножко в заблуждение, в такое смятение, что ехать нужно далеко, но... Вот так вот я подумала, что это все неспроста, это и надо соглашаться. Воля судьбы, я считаю. И меня потрясли тексты, конечно, Туманян, не зря его называют армяне поэтом всех армян. Я думаю, что он и поэт для всех людей, потому что то, о чем он пишет, это не узкое что-то, это широкие категории такие потрясающие, развернутые, в каком-то смысле библейские, в каком-то смысле философские. И там очень много человечности, там очень много тепла к людям, какой-то иронии в каких-то местах вполне добрых. Поэтому вот...
Угу. Даже засуетился наш маленький гость. Скажите, как вот процесс создания иллюстраций? Вот вы познакомились с работой. Я знаю, что у вас 10 иллюстраций, да? Угу. Вот как этот процесс создания? Вот по вашему мнению, что должна нести иллюстрация вот такому автору? И что она несет у вас? Расскажите нам. Ну, дело в том, что тут такой опасный момент. Ты не хочешь сделать хуже, чем то, что написано. Вот. Но наоборот, как бы зацепить и привлечь читателя, который, может быть, бы без картинки не читал. И мы обсуждали с Натальей, когда в самом начале, о чем книга, что мы делаем с этой книгой. Мы говорили о том, что мы ориентируемся на такую категорию, как подростки. Угу. Поэтому отсюда, собственно говоря, такой немножко странно фэнтези местами стиль, потому что хотелось, чтобы их немножко за глаза привлекало и взяло бы в эти тексты их, потому что тексты сказочные местами, очень образные, с метафорами такими замечательными. Там вот есть в этой книге есть такая баллада замечательная «Кит и пес». «Кит и пес», да, да. Вот. Ну, кстати, котиков я не рисовала, но хотелось передать именно саму символику, сам вот этот образ раскрыть. Потому что, конечно же, когда мы читаем про кота и собачку, мы понимаем прекрасно, что это басня, баллада, а это не про котиков и собачек, не про зоопарк, да, и та же «Орел и дуб». Более глубокий баллада, философский, да, смысл. Могу ее показать. Вот «Орел и дуб». Ведь это же не о орле и дубе. Однозначно. Это же на самом деле о больших спорщиках, вот, которые побились об заклад, кто дольше проживет на земле. И вот, собственно говоря... Очень ироничный, кстати, да, вот, да, такое произведение. Очень забавный. Да, забавный. И поделитесь с нами еще иллюстрациями. Еще иллюстрациями. Да. И вот все-таки процесс создания. То есть вот вам поступило предложение, вы ознакомились с автором. Что дальше? Как дальше художник-иллюстратор создает свои работы? И какая иллюстрация была самая первая? Самая первая, собственно говоря, вот эта. Вот это было «Орел и дуб», да? Да, «Орел и дуб». Вот она. Поэтому мы с нее, собственно говоря, и начали. А заканчивала я рисование вот этими. Сейчас вот у наших зрителей есть возможность насладиться. Действительно. Они еще не показывались, кроме Они как у меня на странице. Это первый раз у нас в прямом эфире, друзья. Вот, это иллюстрация к центральной балладе, которая дает имя нашему сборнику «Капля меду». Вот давайте немножечко остановимся на этой иллюстрации. Да? Вот название «Капля меду». Что нам представляется, да, вот простому человеку мед, капли, но посмотрите на эти иллюстрации, что мы видим в ладонях у человека, что мы видим на его глазах. Светлана, расскажите, пожалуйста, об этой иллюстрации. Но надо понимать, что не всегда название, название говорит прямо. И Туманян вообще такой автор, который говорит загадками, который говорит образами, который говорит какими-то такими полунамеками. И в частности, в данном случае «Капля меда» — это по прочтению текста ты можешь поставить равно «Реки крови», «Войны бессмысленные», «Кровопролитие без причины», смерти, которых никто не ждал, но которые пришли в ваш дом. И на самом деле очень сложный и такой болезненный текст, и его читать даже болезненнее, то, что работать над ним. Тяжело читать. Мне было довольно тяжело работать над этими иллюстрациями, потому что, ну, как бы, ты не можешь... Настолько высокая планка задана, что ты не можешь подвести читателя. Mm-hmm. Ну, как бы нарисовав просто баночку меда. То есть вы из мы же не про Винни-Пуха мультик иллюстрируем. То есть вы из тех художников, которые своими иллюстрациями заставляют задуматься людей, не просто развлекаете их, что вот красивая картинка, смотрите, любуйтесь. А вот я считаю, что этой иллюстрацией можно заставить задуматься человека. Ну, заставить, как заставить, может быть, смотивировать. Вдохновить. Потому что не сразу срабатывает, может быть, понимание, что что-то глубже. Но можно пойти дальше в картинках, да, посмотреть, что здесь склоненные люди,
А текст заканчивается тем, что оставшиеся в живых один у другого задали вопрос, а ради чего все это было? Угу. Мы помним ли вообще причину? И как бы, ну, утренняя передача, я понимаю, что не, хочется немножко больше веселья, но текст настолько сложен, настолько многослойный, что как бы нет сил говорить о нем просто. Угу. Поэтому, ну, вот так я поняла. Вы продолжаете показывать свои работы, да. Я продолжаю вам задавать вопросы. Скажите, кто был первый критик или зритель, кому вы показали свои работы? Ну, собственно говоря, первый оценил? Я работаю дома, поэтому мама моя все видит. Как мама оценила работы? Ну, мама не сказала плохого слова. Мама всегда мне говорит, что я умничек, что я молодец. Ну, как любая мама, да? Поэтому все в порядке. Ну, показывали автору, показывали там ближайшим друзьям и ребятам, которые коллеги, которые могут подсказать. Рассказать, может быть, надо сказать несколько слов. Вот это черно-белый такой стайл, это рисовано черной акварелью и проработано черным линером. Вот, поэтому такой вот тоненький, почти графичный стиль. Но это смешанная техника, потому что здесь как бы и живопись, несмотря ни на то, ни на что. Проявляется ваш стиль, вот видно, что это стиль Светланы Чебановой. Ну, мне вот кажется, что угадать можно. Попадает сюда много армянской темы, меня специально по этому вопросу консультировали несколько разных людей, кто разбирается в костюме, в традициях. Ну, как бы много я пересмотрела материала такого иконографического, как он называется, в разных источниках. И, ну, нужно признаться, что я никогда до этой книжки не встречалась так близко с Арменией. Мои друзья шутили, что, ну, пока ты в Армении, мы там съездим на море. Но я находилась в Армении, не выезжая из Николаева. Но это было безумно интересное приключение. Представляю, насколько интересно поехать в Армению, все это видеть своими глазами, эти ландшафты удивительно красивые, эти безумные костюмы, такой невероятной тщательности. Я думаю, что это тоже знак судьбы. Вот вы уже как-то прикоснулись к Армении. Мне кажется, что не все просто так, что вы еще поедете туда, и это ваше приключение почему продолжится. Нет? Вот, мне кажется, что так и будет. Продолжайте показывать. Вот у меня теперь вопрос немножко о теме. Вот, Светлана, что вас вдохновляет на творчество, на выражение, вот, на радостную жизнь в целом? Потому что вы очень светлый, очень позитивный человек. И хочется узнать вот этот ваш секрет, секрет вашего вдохновения. Ну, собственно говоря, наверное, вот эти иллюстрации будут вам ответом. Потому что это баллада, которая называется «Ничто не вечно на земле». И она очень светло-грустная. Я не буду рассказывать сюжет, вы возьмете книгу, почитаете. Если даже не попадется вам наша книга, она небольшим совсем тиражом, но это есть в переводах, поэтому можно почитать. Ну, как Соломон говорит, библейский персонаж, о том, что и это пройдет. Поэтому это тоже стимул что-то делать. Ты понимаешь, что сегодняшний день, он закончится, и шанса, который дает этот день, не будет. И никогда. Нужно пользоваться этим днем и этим шансом, и взять от него то, что ты можешь сделать. Каждый делает свое дело, я рисую. То есть пришла такая возможность, почему бы ей не воспользоваться, не сделать, не вникнуть, не разобраться. Вот такой вот тут получился... такой набор гранатов, гранатовый набор, эти иллюстрации. Но они все вот идут парные, если вы обратили внимание, диптихи. Они так и будут в развороте в книге вложены. Да, чтобы можно было развернуть и получить как бы общую картину. Потому что здесь есть два персонажа, и сын, и отец. И какая судьба ждет сына простого крестьянина, который становится визирем, становится как бы королем царства. И отец, приходящий к нему, всякий раз спрашивает, как у него складывается судьба, интересно ли ему, хорошо ли ему в новых условиях жизни. А он ему отвечает всегда: «Отец, ничто не вечно на земле». И такая пронзительная и очень грустная баллада. Вот. Гранат считается одним из символов Армении. Гранатовые цветы такие очень трогательные, романтичные. Сами гранаты по себе такой очень многослойный, ну, непростой образ. Есть у армян интересные
обряды, связанные с гранатами, поэтому это глубоко в их культуре. Ну, собственно говоря, здесь я даже пошла так далеко, что нарисовала вышивки на их костюмах. Каждый нюанс. Здесь цветы граната на... Обратите внимание, да? Нарисованы, а здесь уже нарисованы плоды граната. То есть зрелость и юность, молодость. Вот, и старость. Молодец, Туан, настолько вы проникли. Когда мы сможем увидеть уже готовую книгу? Готовая книга появляется с вот этими гранатами на обложке. Тоже очень символичный рисунок, обратите внимание, пожалуйста, да? Непростой, поэтичный, в нем и поэзия, в нем и боль, и намек на кровь, о которой мы говорим, потому что здесь действительно много в тексте боли. Вот. Но книгу мы ждем, даст Бог не соврать, в 20-х числах. Угу. Вот. Но пока точно мы не можем сказать ни презентацию, ни само появление книги, потому что еще она на станке. Вот сейчас вот мы с вами разговариваем, а в типографии процесс идет, работа печатают, не стоит, да. Над ней работают. Но мы ждем презентации. Светлана, спасибо вам, хочу сказать, за ваше творчество, потому что... Он пришел познакомиться поближе, посмотреть. Спасибо вам, вы молодец. Нам, уверена, что очень понравилось. Мы теперь ждем презентацию, будем читать, спасибо. Будем любоваться вашими иллюстрациями. Спасибо, что пришли к нам, спасибо вам за вашу работу. Світлана Чебанова, художниця, була у нас в гостях з самого ранку. Гарного вам продовження нашого дня. Посміхайтеся і діліться своєю позитивною енергетикою з усіма.